Проспект Пушкина расположен в самом центре курортной зоны Сочи. Рядом море, набережная и еще целый ряд знаковых объектов. Это и дендрарий, и курортная поликлиника, и цирк. Вообще проспект Пушкина считается одним из самых коротких проспектов в мире. Его длина всего 200 метров. А еще проспект Пушкина один из самых цветущих. В Сочи уж точно. Короткая улица просто утопает в зелени. Это отмечают многочисленные гости курорта, для которых этот проспект – ежедневный путь к морю. Зеленый, цветущий, очень красиво. За последние 5 лет неимоверные изменения в лучшую сторону. Мы были, 4 года назад, изменился в очень лучшую сторону. Нам все нравится. Скажем, даже европейский уровень приобрел. Много деревьев и озеленение очень на высшем уровне. Красивый город мирового масштаба. Но растений много не бывает, решили в администрации и высадили целый ряд клумб. Цветники здесь появились еще в мае. Теперь задача поддерживать их в порядке. Этот процесс озеленители называют плановым ремонтом. Посадка цветов, прополка, уход за ними, полив, подкормка. Было все красиво, потому что у нас все лето цвели цветочки. А это самая большая клумба в Хостинском районе. Она находится в конце проспекта Пушкина. Над созданием цветника работали дизайнеры. И здесь важно было не только создать гармоничное сочетание оттенков растений. Это, конечно, это огромная работа. Нужно продумать ассортимент цветочный, нужно продумать также рисунок. Не все растения требуют одинаковых условий произрастания. Некоторые растения, вот, например, как бальзамин, он требует только полутень, он никогда не будет расти на солнце. Все цветы однолетние – сальвии, петунии, флоксы и бегонии – радовать глаз будут до конца сезона, до самого ноября. Выполняя поручения главы, мы считаем, что город Сочи должен быть город-садом. Всего в Хостинском районе уже сегодня более 1500 квадратных метров усыпано цветами. Количество клумб планируют увеличить. Например, скоро цветы появятся здесь, в зеленой зоне у фонтана. Цветы будут продолжать сажать и осенью, и зимой. В планах в этот период разбить яркие цветники на площади в 1700 квадратных метров. Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.